Привет, как настроение? Захар, отлично. Так, ребят, привет, привет. Так, ребятки, постараюсь сейчас почитать вопросы. Очень долго грузится. Да, ребят, всем привет, ставим лайк, кому не жалко. Да. Слушайте, если кому-то... Так, смотрите, вышел ролик, видеоотзыв с Владимиром. Вот. И много было комментариев о том, что, ну, чё ж вы так к дедушке на «ты» обращаетесь? Ребят, но вы действительно думаете, что мы можем себе позволить то, чего не хочет другой человек? Владимир уже не один раз был на ретрите. И даже не два. И, конечно же, мы знаем, как Владимира называть, как бы он хотел, чтобы его называли. И вот эти вот высказывания, как, кому, кто относится. Вообще очень много всяких проявлений в том смысле, что начинают там на «вы». Вот к этому нужно относиться на «вы». Другие начинают говорить, что значит на «вы», что вы выкаете, там же один человек, а не несколько. Это все различные предрассудки. Как бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, куда бы вы, в какую историю бы вы ни заглянули, пытаясь найти что-либо, как правильно и как неправильно, это все бесполезно. Самое правильное – это называть человека так, как ему будет комфортно, вне зависимости от каких-то культурных стереотипов.
Так, а когда будет ближайший ретрит? Ближайший ретрит будет в октябре, с 18 по 22 октября. В этом году будет только в октябре, и все, больше ретритов не будет. Что будет на этом ретрите? Но кто, ребята, уже был на ретритах, кто знает меня, те тем уже, в принципе, не нужно объяснять. Но я могу сказать, что каждый ретрит, он абсолютно разный. Что значит «свяжем с физическим телом»? Это мы все прекрасно понимаем, да, что у нас тело – это не я. Тело принадлежит мне. Но очень часто ты осознаешь это тогда, когда у тебя тело настолько разбито от своих сигналов, от тех сигналов, которые оно тебе периодически посылает. То есть суставы, например, болят, оно тебе посылает вот этот сигнал, что тебе нужно сделать. Сердце барахлит, оно тебе посылает другой сигнал. И это связано со всеми органами, это связано с сухожилиями, с мышцами, со стопами, с точками, абсолютно со всем. И очень часто мы забываем про наше тело, думая, что нужно телу. Это какое-либо питание, для кого-то это здоровое питание, для кого-то это правильное питание, для кого-то это легкое питание, для кого-то это не питание. Неважно. Это спорт, какая-то физическая активность, это, возможно, какая-то косметология, что там кремушки, массажики и все такое. Но вы настолько погрязли в своем теле, как в тюрьме, как в капсуле, что не готовы прийти к самому себе не потому, что вы такой глупый, не потому, что что-то не доходит, а всего лишь потому, что тело, оно, знаете, как на резинке, вы как будто бы как привязаны на резинке к этому телу. И чем дальше вы отходите от этого тела, тем быстрее оно потом вас к себе. И это больно. И как бы мы ни говорили, что я не тело, тело это не я, то вы не можете выйти из тела, не изучив его, не изучив то, из чего нужно выйти. И только вы, изучая то, из чего можно выйти, вы будете знать, как выйти. Как выйти, чтобы потом снова зайти. Как выйти, чтобы пользоваться. Пользоваться этим на 100%. А знали ли вы когда-нибудь, что возможно и очень хорошо помогают массажи на расстоянии? Вы когда-нибудь слышали об этом? Да, и такое тоже бывает. А может быть, вы задумались, может быть, у вас есть, может быть, вы сами медики, может быть, у ваших родственников были или слышали это где-то. Но это одна из самых распространенных ситуаций, давайте так назовем, да? Ну, к примеру, это самые простые ситуации. Что сейчас очень помолодело заболевание такое, и оно просто поглощает максимальное количество людей, как деменция. Да, что такое деменция? Это когда у нас нейросети, нейросвязи оголяются. Это, знаете, вот провод, вы все же видели провод, да? И провод, если его разрезать,
то это здесь вот эта вот оплетка, да, а внутри проводок. И вот эта вот оплетка у нас со временем, она истончается. Ее практически не встает. И остается только вот этот оголенный провод. И к определенному времени у многих мозг становится вот этот вот оголенный провод. Естественно, это постоянно коротит, постоянно какие-то моменты. И это и есть одно из причин деменции. Вот. И люди, наше тело очень-очень быстро запоминает какие-либо моменты. Его очень легко натренировать. Ему очень легко давать команды. И есть такие люди, например, парализованный человек, у которого деменция. И вот эти вот люди практически ежедневно, просыпаясь, забывают из состояния своей болезни, что они парализованы, и они встают по привычке тела в туалет, в утренний туалет. И таких ситуаций очень много. И это о чем говорит? Это говорит о том, что наше тело не всегда дает тот сигнал мозгу, который есть на самом деле. То есть, например, у человека по каким-то причинам отнялась рука. И надавив на определенную точку, человек начнет выходить из какой-то ситуации, чтобы освобождать эту руку, которая еще некоторое время назад, несколько минут назад, была абсолютно парализованная. То есть, понимаете, наше тело, оно настолько глобально поглощено социальным установкам, не тем, кто я есть, не тем, что может сделать мое тело, как оно может это сделать, а именно тем, что мне сказали вот это. Знаете, анекдот: мама сказала, деньги в бидоне. Вот, это как раз про эту ситуацию. И мы с вами на сочинском ретрите, мы будем заходить именно в тело, мы будем прорабатывать. Я вам покажу, какие точки, которые будут выводить вас, как открывать вашу камеру телесную, когда вы сможете выходить из этого тела. И эти моменты я буду все больше и больше, наверное, практиковать. Потому что очень часто я вижу людей, которые хотят перейти на другой образ жизни, но старый образ жизни они тащат за собой как чемодан без ручки. То есть они говорят: вот я хочу сделать вот это. Ну, к примеру, минимизировать еду. И тут же он говорит: ну, а я могу минимизировать? Ну, вот с этими продуктами, я их очень люблю. Нет, не можешь. Ты же их любишь. Зачем ты идешь? Зачем ты от них уходишь? Как вы не можете понять, что вы не можете, вы никогда не уйдете от того, чего вы любите? Вы уйдете только от того, что вам уже не нужно, что вам уже не интересно. И если в этой жизни есть какой-то вкус к чему-либо, к еде, к человеку, к деланию, к действию, к творчеству какому-то, если у вас есть к этому какая-либо любовь, то задайте себе вопрос: а почему вы от этого хотите уйти? Если вам так интересны вкусы, если вам так интересно ощущать себя едящим такую-то еду, почему вы оттуда уходите? Зачем вам? Кто вам сказал, что там лучше, что вам нужно туда? Это абсолютно другое. Они говорят, что нам здесь вкусно, нам здесь весело, нам здесь интересно, нас здесь ждут. А туда, куда мы пойдем, в
какой-то в другой образ жизни. Мы там никого не знаем. Я там был, 4 дня был, мне рассказывают, там 5 дней был. И вроде бы все хорошо, а что ты оттуда ушел? Ну, потому что ты там ничего не знаешь. Ты не знаешь, кто там присутствует. Кто присутствует в другом образе жизни? Кто там присутствует? Если ты всей душой, всеми своими, всем своим эмоциональным состоянием находишься в предыдущей жизни, кто там смотрит тот мир? Ты туда пришел как на экскурсию. Турист. Зашел в новую жизнь как турист. Посмотреть, а вот это, а вот это, а вот это. Ты там не жил. Тебе хочется побыстрее уехать, это все не твое. Но ты себя будешь раз за разом корить, что ты все равно этого не сделал, что ты опять туда не пошел, что ты опять сорвался, что у тебя опять какие-то там срывы, зажоры, мажоры и куча-куча всего. А как они будут по-другому? Если ты не определился, что ты хочешь быть в другом месте. Потому что в другом месте может быть только другой. Ты готов оставить все старое и себя старого здесь. Ведь каждый момент, каждый наш новый выбор, ты становишься новым. Ты уже другой. А если того знало общество, если того человека знала система, он уже здесь устоялся, ему, к нему ходят уже с подарками. На него ходят посмотреть, он ходит посмотреть. А тут раз и другой человек. Он никого не знает в этом мире. Его никто не знает в этом мире. Как быть? Как отправиться туда, где я не знаю ничего? Как отправиться туда, где я не знаю, а кто же я, кто туда отправляется? Так, давайте, ребятки, я почитаю вопросы. Ксюшенька, привет. Ой-ой-ой. Добрый вечер, Светочка, Санкт-Петербурга. Привет. Я 5 лет назад первый раз зашла на чистку по Марве Оганян. 42 дня без еды, только жидкости. И вот это был кайф. Но потом все заново. И сейчас я понимаю, что хочу назад в то состояние. Да, но тут нужно еще определиться не просто, что я хочу назад в то состояние, а тут нужно понимать, а кто хочет в то состояние? Ты хочешь туда пойти как турист, либо ты хочешь себя здесь оставить и быть новой в новом мире. Это новое познание себя. Это вообще все про другое. Света, спустя 2 года после ретрита я наконец-то приняла правду, о которой ты мне говорила. И увидела то, во что так упорно не хотела смотреть. Возвращаюсь в Сочи. Ты ж моя девочка. Очень классно идти в неизвестность. Да, потому что неизвестности-то нет. Точно так же, как и известности. А идете ли вы куда-нибудь? Есть ли путь? Есть ли цель? Что есть в этой плотности? В этой плотности есть только следующий уровень. Следующий уровень тебя.
И вот на следующем уровне тебя есть новое формирование, знаете, как по кирпичикам, как пазлики. Тын-тын-тын-тын-тын, и ты собираешься новый. Новый в новом. И как только ты собрался до последнего пазлика, до последнего кирпичика, ты идешь в следующее, ты становишься следующим новым, опять собираешься. А путь ли это? Так проще, наверное, сказать, что это путь. Вся жизнь — это путь. Это, наверное, для общего понимания. Но если вы будете... если вы будете самим собой, то у вас не будет пути. Кто идет? Куда идет? Если ты являешься всем, то ты все это, чем ты являешься, ты можешь идти куда-либо. Ты можешь только собраться. Собраться во все, что есть я. И как только ты собрался во все, что есть я, ты моментально перешел на следующий уровень. Нет обид, нет разочарований. Нет горести, нет радости. Все это есть ты. Разово, сразу, единомоментно, единовременно. Все сразу есть ты. Другого тебя не будет, потому что не будет, даже такого слова не существует. Либо будет. Уже есть все. Собрал ты в себя этот пазл или нет, это уже другой вопрос. Но как только ты собираешь этот пазл, все, тебя выстегивает следующую плотность, следующую реальность, где ты вновь собираешься. Хочу быть новой. А это же даже не ты меняешься. Не ты себя останавливаешь. Ты просто растворяешься в том, что тебе уже, что уже нет. Чего уже нет. Через сон, Света, ты мне показала древо. Видное устройство мира. Так красиво. Благодарю тебя. Благодарю. Как раз про уровни во сне ты дала знания. Как это происходит? Через сон? А у всех же по-разному. Кому-то проще принимать это через сон. Кому-то проще это принимать через болезни, когда у тебя просто мозг выстегивается. Кому-то через музыку. Ведь у нас у каждого своя вибрация, каждый через свою вибрацию принимает. И оно у вас ложится. Как по маслице, так тынц. Так не на кого будет спихнуть вину за свои ошибки, когда все это ты. Игрок, а с чего ты взял, что есть вообще ошибки? И с чего ты взял, что кто-то, что когда ты себя осознаешь, что ты захочешь что-то спихивать? Ты и есть само делание. Это когда ты говоришь, что кто-то делает, то кто говорит, что кто-то делает? Кто дает оценку делающему? Кто дает оценку, что это хорошо, либо это плохо? Ведь оценок-то нет. Нет, хорошо или плохо. Это просто твое познание опыта. Вот через это.
А то, что ты это интерпретировал как ошибку, это всего лишь социальная программа, на которую ты оперся, чтобы сделать этот вывод. И все. Но это не ошибка. Это не какой-то другой результат. Это всего лишь твое делание. И когда мы говорим, что мы собираем результаты после делания, он уже есть. Результат есть каждую секунду. Делаешь ты это, либо не делаешь. Ведь делание — это всего лишь, опять же, твоя интерпретация. Я делаю. Вот когда мое тело вот это вот что-то там делает, какие-то действия, мне сказали, что это делание. А когда мое тело лежит, мне сказали, что это не делание. Но когда твое тело лежит, оно производит все то же самое, что когда и, например, ты ходишь, плаваешь или бегаешь. В сухом остатке все получается то же самое. Но если вы сейчас будете писать, что тогда смысла что-то делать, и можно просто лежать, во-первых, сразу же скажу, что смысла нет. И еще раз повторюсь, что через какое-то время, через лет 50, может быть 100, мы все будем одинаково неправы. Все, что мы сейчас говорим, это будет всего лишь для нас тех, кем мы являемся сейчас. Это будет не актуально для следующего тебя. Потому что следующий ты готов будешь расшириться для другой информации. Ты уже будешь более широкий, более глубокий. Волшебная моя, благодарю тебя. Благодарю тебя, Ксюшенька. Ребятки, я сегодня на короткий эфир. И во вторник уже пойду с вами на длинный, если напишите мне много-много вопросов. Да, Жоренька. Потому что телефон у меня разряжен. Немножко не подготовилась. Я вас всех благодарю за вопросы. Благодарю, что вы есть. Всем пока.